Ну, возможно, может, я сам последнего не пройду нормально. Игра-то сложная. Так. Морковка без дела валяется. Там последний босс очень коварный, на самом деле. Давай, леди. Спасибо, что забегала. А, блин, начальная заставка пропустил. Ну ладно, там просто ничего. Ну да, там вот вторая фаза, в основном из-за нее боль возникает. Но третья тоже не очень такая. Из-за своих креветок этих, которые раскидывают. Там тонну дамага надо внести просто. Катсцены, конечно, длинные тут. Но с ними интереснее играть. Конечно, текст могли бы они и быстрее печатать тут. А, блин, я уже приготовился играть, тут еще одна заставка. Третья прошел со второго раза. Третья, да, она самая легкая. То есть. По сложности самая. Ну, они по порядку так идут по сложности. Первая сложная, затем вторая идет, затем третья. Третья самая легкая. Особенно если брать японку. Там бесконечные конты. В американке всего 5 контов. А, про босса фаза. Но она не то чтобы изи, там креветка это по 3 хп сносит. Неприятная. Спасибо. Тут хотя бы они нормально снимают, как птицы. Птицы по 3 хп сразу сносят. Эти по одному делению сносят за раз. Гад, не повелся. Тут без разницы, с какой доп. Оружие доносить. Я им редко пользуюсь. Несколько тактик подсказал, раунд стал настолько проще стал. Я, по-моему, чуть ли не везде прошел, только на PC Engine, по-моему, не проходил и на аркаде не играл.
Мастер Систем тоже проходил. Классный босс с крутилкой. С крутилкой почти все боссы становятся классными. Не, ну на Xbox это уж не знаю. Это уже не ретро, по-моему, даже. На Xbox не играл точно. Играл в прототип на Sega даже, играл на Game Boy, играл на SMS. Может где-то еще выходил, я не знаю. Жопорвущие слэшеры. Сегодня видел Бэтмена на второй плойке. Чувак прям жестко ругался. Там что-то сделали, типа надо заложников за время освобождать. У него прям жопа горела с этого. Не помню, как эта часть называлась. Ну то есть, по виду вроде нормальная игра, но, как он говорил, там прям жопа горит аж, что надо по таймеру быстрее и быстрее торопиться и всех убивать. Дэйв Михайлович играл. Да, у нас, кстати, когда-то марафон даже по Ниндзя Гайденам был. Каждый там проходил с какого-то определенного Гайдена. Даже записи остались в группе. Вот Шиноби, кстати, еще один этот. Ниндзя, только он уже из Сеги. Ну тут, конечно же, чисто совпадение, будем считать. Ну вот там Морти еще какой-то этот есть. Бэтмен. Тоже типа битэмапа. Немного вид сверху, короче. И вот так вот продвигаешься вперед. Там еще за Робина можно играть вместо Бэтмена. Ну, на харде я даже прохождение не смог найти именно на плойку вторую. Только на нормале нашел от канадца одного. То есть на харде даже на ютубе прохождения нету именно на плойку вторую. Оп, и сперли статую. За ним. Сейчас побежим за ним. Я молодец, конечно, что прям так время остановил офигенно. Птица еще доколупалась там. Спасибо, спасибо, враги, вы лучшие просто. Вот-вот-вот вторая часть. Со второй чувак горел. Она ему прям дико не зашла. Музырик весил кто-то, он играл и прям горел с нее. Причем визуально игра смотрелась нормально. Ну не знаю, как это часто бывает, что вроде смотришь все нормально, а на деле кривое говно. Причем он на изи играл. Ютуб, но вроде как, я не знаю. Но оттуда подписки были. Ну, можешь проверить. Возможно, что не подключен, кстати. Ловушка для новичка. Кто первый раз играет, всегда обычно на нее попадается. Ну, оттуда с Ютуба еще никто не писал, но подписки были там на Ютубе. По идее, если подписка есть, то и чат должен пропускаться.
Ну пока вот самая классная музыка, которая мне больше всего нравится в этой игре. Прям самая топовая. Вот смотрите, были бы вы, допустим, атакующим вот этого мужика, вы бы оставили его разве в живых? То есть нормальные киллеры, мне кажется, убедились бы, что вот этот мужик мертв. Да, это самое офигенное. 4.2 не очень по сравнению с этой. Это самое топовое. Прямо вот я уже ждал, что она на последнем боссе будет. Но жаль, что ее там нету. Прям вообще офигенная музыка. С боссом под нее сражаться. Ну все, доктор Смит откинулся. Тут люди пришли поздороваться с Гайденом. Помню, на Братве кто-то тоже пытался там без... А, на пацифиста пройти. Он кол 7 зрителей, в среднем не очень. Ну, я не знаю, может... Не знаю почему. Да, вот на первой фазе. А хотелось бы на все фазы там. Ну, либо на последнюю, на третью фазу. Потому что слишком уж крутая музыка. Да, вот Тирел пытался, но не смог. На Братве жаль. Причем он вроде без заставок даже пытался пройти. Сейчас его высадят туда, в Южную Америку. Ну, у Стэна всегда много народу. Стэн топовый спидранер, у него есть куча мировых рекордов. Причем в популярных таких играх. Вот особенно Бэтмена, я помню, сколько он там очень долго мучился, чтобы стать топ-1 в Бэтмене. Да 7 тоже нормальный. Хоть кому-то интересно, и то хорошо. В принципе, важно не количество, а качество. Можно и для 3-4 стримить без проблем вообще. Капец, что-то прям длинная заставка какая-то. Давайте закидывайте его быстрее уже. Ну, кстати, Чужих уже давно не смотрел. Только в детстве, помню, смотрел когда-то. Все. В детстве я много всякой фигни смотрел. Помню еще с этим. С Лысым из Форсажа. С Вин Дизелем. Какая-то космическая фигня была. Когда Чужой был... Ну, может, возможно, с него и срисовали. Мне тут не нравится, что ниндзя раскачан, капец как. Мне кажется, что ниндзя, наоборот, должен быть быстрый, ловкий, а не такой прям стероидный ниндзя, как здесь на заставках. Все, он же ниндзя, он там не борец, не... Не, я даже не играл в Мортирус в третьих Чужих тут. Ни на какую консоль. Я знаю, что там лабиринты надо записывать все. Не, ну, как стероидный, говорю, он просто какой-то раскачанный, прям жесть. Бицуха больше башки. Выкинули просто. Ну, птица закинула, спасибо.
конечно, фигово, что отлетаешь за километр тут. Вот, а сейчас вообще птицы этой не было. Ну, вроде подключен как. Ну, я не знаю. Не проверял еще вообще. По идее, подписки оттуда летят. Ну, может, он отключен. Я не тестил еще даже. Дуб мертв, ну блин. Я не знаю почему. Надо будет смотреть там, что с Ютубом потом. Просто подписки почему-то идут, а чат, видимо, почему-то нет. Сейчас вторая по топовости музыка будет здесь играть. Не, ну YouTube это у кого там, кому качество не позволяет смотреть. Ну, интернет в смысле. А, я уже по привычке хотел спрыгнуть, ну как в обычных играх. То есть вниз прыжок, а он тут так не прыгает. Ну, у меня, да, такое качество, навсегда такое у меня. У меня больше, наверное, и не будет никогда его. Нет, бывает, и такое даже не может вывести. В смысле, мой нет. Спасибо за подписку. Я не знаю, я потом посмотрю еще YouTube. Возможно, надо каждый раз будет переподключаться мне. Ну, в смысле, стрим завел и подключился к YouTube сразу. Я посмотрю потом, что с ним. Зажал. Уже босс где-то рядом должен быть, надеюсь. Ну блин, да ладно, в общем, потом YouTube посмотрю точно. Буду уже сам отдельно потестить, чтобы все работало. В принципе, для... Была хпшечка последняя. Я даже не заметил, если была хпшечка последняя. Боссы здесь все простые, кроме последнего. Чуть ли не на no damage можно всех проходить. Ну да, там, по-моему, если даже убиваешь не того, будет вообще три башки прыгать. Где-то я видел такое. Знакомая тёлочка, конечно же, мы ее будем спасать, не рискуя всем, что вообще только есть. Ну, это стандартное клише, конечно, то есть герой отдает вообще все, что насобирал за все эти жизни. Вот, да, ты, наверное, убил двойника, и из него сразу два еще левых выскочило. То есть тут надо убивать только того, ну, оригинального, кого хпшечка выносится. До свидания.
То есть реально, вот есть вещи, с помощью которой могут уничтожить все вообще живое на этом свете. Надо, конечно, ее отдать ради жизни бабы. И то эту бабу могли бы сейчас спокойно замочить. Зачем она им нужна? То есть сюжет в этом плане вообще не очень, когда главный герой отдает какую-нибудь фигню, чтобы спасти знакомого. Так, вот. Да, все проблемы из-за баб. Так. На пицца. Смотрите, он аж по низу там пошел прыгать. Настырный чувак. Я бы хпшечки раскиданы по уровням. Уже хорошо. Как дурак просто упал. Одна из самых тупых смертей просто. Свалиться в яму. Что может быть тупее? Я уже не помню, где тут какие повара полежат. Поэтому сначала разбиваю, а потом смотрю, что там выпало вообще. Ну, вот здесь бесячий прыжок этот. Оп, не успела клюнуть жопу. Вот этот успел. Женщина съела яблоко, фейс убить. Да, я же говорю, везде все. Все ведет к тому, что бабы это зло. Мартирус кучу примеров уже привел. А, спасибо. Ну да, я вот не знаю, где тут что лежит. Подобрал эту хрень. В принципе, босса и так можно будет замочить. Я уничтожу тебя, даже разговаривать не стал с ним. Классный диалог. Ты знал моего отца? Сражайся со мной. Классно вообще.
классный босс. Ну, 5 боссов эти ни о чем, но вот 6-й это жесть. Еще если там на нем проигрываешь, обратно на 61 откидываю. Ложь. Классно так босс еще нарисовали, одна эта башка осталась там. Да, самое больно-то заново начинать постоянно. Даже не потренироваться на боссе, обратно на 6-1, давай-ка. А, тут пульки еще летели, даже не заметил. Не такая уж и боль, конечно. Ну да, не надо все пора проходить заново. Ну и хпшечку не восстанавливают, потом это не очень как-то. Могли бы уж хпшечку ее оставить. Здорово, Максон. Не все же время фигню играть. Нет, спасибо. Ну я говорю, Гайден, если понимаешь, как играть, уже прикольно. Уже какой-то челлендж есть в Гайдене. То есть не скажешь, что игра хрень прям полнейшая. Играть прикольно. Спасибо за огонь, который я не хотел брать. Что еще прошел? Черепашки на SNES были и Tiny Toon на NES. А, и хпшечек не было. Классно. Я даже не заметил. Видимо, так сильно продраконили меня, что я даже не заметил.
Ну, под конец, да, поинтереснее игра уже такая. Да мне вертушка не нужна, все равно же первая форма, и она пропадет. Мне без разницы с таким оружием доходить сюда. А здесь и все пропадет на вторую форму. Оп, глазки загорелись сразу. Вспоминаем, типа, что было. Капец, один удар надо было сделать, и не пускали меня туда. Все, очухался моментально. Сняли контроль. Вот смотри, что, должна быть такая бицуха у ниндзя или что? Капец тут, раскачанный он. Да не должна быть такая у него. Что с Сегой? Ну потом пройдем когда-нибудь, когда я к Транзу в гости приеду. Не, Рироу точно не будет играть, нормальная. Попадаю. Да-да, за одним компом. Вот это прикольная форма босса. Много кому нервы она съела.
все перед смертью успевают что-нибудь тоже сказать важное. Лунное затмение. Это я уже думал, что-то я хвост отбил, уже думал. Есть. Ой. Да, это ГГшечка. В принципе, вот так вот проходится Ниндзя Гайден. Веселая игра. Но если First Run, то жесть, конечно. Многих жопа сгорит, если ферстранить эту игру. Да, нормально. Я, в принципе, тоже доволен, как я прошел. Мог бы, конечно, и лучше, но хрен с ним. Так тоже нормально. Классно, замок разваливается. Чё? Да, могём, Максон, могём. Два транзистора можешь на заметку брать себе и играть в свой счетчик. Игры все качественные, хорошие. Ничего плохого не могу про них сказать. Особенно Ниндзя Гайден, наверное, самая лучшая из всех. Со своей музыкой, с катсценами. Вообще огонь. Детский. Вот Максон каждый день, я вот прям уверен, каждый день Ниндзя Гайдена проходит. Как нефиг делать. Да что там, хоть сейчас его посади за на сервер. Он сразу же пройдет. Моментально. А, не про ниндзя. Ну, я, Максон, тоже детские игры не прошел до этого дня. Только сегодня прошел. Ну, в смысле, именно на стрим. Я их, конечно, и до этого проходил. Транзистор, кстати, и Тинитуна замастерил, и СНЕС черепах в коопе проходил. Так что, я думаю, он без проблем пройдет. Наконец-то лицо нормальное увидели ниндзя этого. То все в маске, как в коронавирус бегает. Да, будем суетиться дальше. Да, на этом все. Сейчас рейд, наверное, запущу на кого-нибудь. В аниме можно лицо было увидеть, но я аниме тоже не смотрел. Ракири вообще за все шарит. Прям чуть ли не в каждой игре. Да, сейчас рейд на кого-нибудь сделаем. Монетки пофармите, если кому-то они нужны. Вот нормально такие поцеловались потом. А как тебя зовут? В принципе, в наши дни это классика, я бы даже сказал. Карасер спаун. Хараса, кстати, длинная игра на ПК там. Я заходил к нему, посмотрел. Выглядит интересно, но слишком длинные локации, какие-то много собирательного говна. Я не люблю такое. Ну, Metroidvania и подобные. Аниме по Dragon Quest выпустили. Про Castle, кстати, хорошее это было аниме. В том году выходило. Писано 2020. Я в РПГ вообще практически никакие не играл. Присоединяйся к... Давай, отправляй мне колбасу, я с радостью схомячу. Почему бы и нет? Это на унитазе по-любому сидит. С
100%. Сакуразаки. Путешествие, да, я. Dragon Quest'ов, кстати, тоже много выходило. Не так много, как финалок, но, по-моему, даже сейчас Dragon Quest серия живет. То есть там 4 части как минимум на NES были, я помню, на NDS тоже есть какая-то часть. Ну и там наверняка дальше тоже какие-нибудь части есть. Да, я говорю, их много. Пиво кончилось, жизнь, боль. Ну вот, все равно 11 частей это уже много, я считаю. Тем более еще спин-оффов куча там должно быть. Я бы на самом деле хотел Assassin's Creed всю линейку пройти, но ПК не потянет нормально, чтобы стримилось все. Конец. Спасибо за игру. Да, и вам спасибо. Так, да, всем спасибо, в общем, кто тут приходил, смотрел. Надеюсь, вам понравилось.